многолетняя история, десятилетия. Это те люди, которые поколениями работали на селе, они выдержали буквально эту уборочную компанию, весь хозяйственный сезон. Это благодаря простым труженикам, их самоотверженному труду, этот результат. И я очень надеюсь, что предприятие будет также успешно дальше развиваться. Ну а тот огромный потенциал финансового вложения, это все видят. Другие территории Красноярского края вам в чем-то завидуют. И, конечно, чтобы людям тут было комфортно, уютно. Я горжусь тем, что город тоже маленькая частичка, но соприкасается с вашим предприятием. На элеваторе трудятся почти сотню человек, жителей города. Я всех поздравляю, всех.